Всем привет, с вами Егор, компания Union Auto. Сегодня у нас на обзоре два полноповоротных самоходных крана. Приступим к обзору каждого крана отдельно. Начнем с крана Като, 25 тонн, H-образные лапы, стрела 31 метр с гуськом. Отличается он от Тадана тем, что он на рессорах, Тадана у нас на пневме. Он 2007 года, 16 тысяч моточасов у него. Приступим к следующему крану. Теперь приступим к крану Тадана, он тоже 2007 года, точно те же самые характеристики, 31 метр вылет стрелы, грузоподъемность 25 тонн, H-образные лапы, имеется гусек. У Таданы 8700 часов, у Като 16000 часов. Оба крана идут с паспортом самоходной машины. Сейчас стоят на учете, при необходимости мы их снимем с учета в течение одного дня. Краны в свободной продаже. Также можем привести и меньшие грузоподъемности краны, десятки, тринашки, 12 тонн, 16 тонн, так и большие. 35 тонн, 50, 65, 70 тонн. Также можем привести китайские краны, зумлеоны, сани, любой грузоподъемности абсолютная. Ниже цены дилеров. Обращайтесь в офисы нашей компании в городе Владивосток, Красноярск, Новосибирск. Привезем вам подобную технику или любую на ваш выбор. С вами был Егор, компания Union Auto. До встречи!